Привет всем! Сегодня у нас снова мейкап-видео. Жара июль, поэтому мы не красимся и вам не советуем, чтобы косметика не текла и кожа наша не прела, не засорялись поры. А чтобы выглядеть более ярко, мы сегодня прибегнем к процедуре ламинирования ресничек, чтобы не нужно было их красить, чтобы не нужно было их приклеивать, завивать и тем более наращивать. Ну там божественно красиво, да? Нет, ну пока не совсем. У тебя же пока нет супер ресниц. В общем, у меня пока нет супер ресниц. И скоро мне появятся супер ресницы, они будут божественно красивые. Убираем остатки косметики или тонального крема. Хочу обратить внимание, что вся процедурка выполняется в одноразовых перчатках, то есть все гигиенично очень. А мы делаем только верхние реснички? Нижние мы прокрашиваем. Дальнейшим этапом мы подбираем размер силиконовых накладок, по которым мы будем формировать изгиб у ресничек. Эти накладки бывают трех размеров. S, M и L. S для коротких ресничек, M для средних ресничек и L для длинных ресниц. Сейчас мы определимся с вашим размером накладки. Желательно перед процедурой раз в полтора-два месяца. Процедура имеет эффект накопления. У вас, кстати, у самой очень красивые реснички. Я использую средства в компании Yumi Lashes. Все средства заказываю из Москвы. Это фирма Yumi Lashes, она занимает лидирующее место в мире. То есть у нас, конечно, появилось сейчас очень много анализов русских, но я буду доверять именно этой компании. На самом деле, мне кажется, это очень удобно. Можно вообще не краситься и утром спать до победного. Мы промазываем внутреннюю часть силиконовой накладки тростниковым клеем. Стараемся клеить как можно ближе к росту ресниц. Начинаем разделять по ней реснички. Угу. Это самая кропотливая и долгая часть процедуры. То есть мы должны разделить все реснички по одной. Кончики обычных ресничек, они как бы светлее, чем сами реснички. То есть они выгорают на солнышке. Вот. И эта процедура позволяет именно подчеркнуть свою длину ресниц настоящую. Никакого дополнительного ухода не требуется, можно, никаких нет ограничений, можно и купаться, и плавать, и нырять, и ходить в сауны, в бане. Какие есть рекомендации сразу после процедуры? Нельзя мочить реснички в течение 24 часов. И реснички после процедуры, они будут казаться немного склеенными. А на следующий день они распушаются, все разделятся, то есть будут еще выглядеть более красивыми и естественными. Я советую своим клиенткам использовать масло для ресниц и бровей. Оно поможет продлить эффект, как бы оно также содержит в себе такие компоненты, которые тоже стимулируют рост ресниц. Немножечко тянет, не хочется сразу чесать все глаза. Ну, оно и понятно, потому что ресницы находятся не в своем естественном положении. Вообще в Москве в салонах процедура стоит даже 5000 рублей. У нас в салонах примерно 3000. Для процедуры мы используем серию из средств Yumi Lashes. Их три. Средство номер один – лифт. Это средство раскроет чешуйки у ресничек. Средство номер два – фикс. Придает изгиб ресничкам. И средство номер три – науриш. Содержит в себе основные компоненты – это кератин, витаминки. Насыщенный черный и синий-черный. Добавляем туда несколько капель оксиданта Yumi Lashes. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Ну когда еще нам удастся просто так лежать с закрытыми глазами полтора часа? Используем микробраш для нанесения краски. Прокрашиваем от корней. До самых-самых кончиков, да? Да. Средство номер три – Nourish. Данное средство насыщает реснички кератином и витаминами. Также оно помогает отделить реснички от накладки, растворяет тростниковый клей и закрывает чешуйки, которые мы открывали на первом этапе. Осталось только убрать остатки средства, снять краску с нижних ресниц и снять силиконовые валики. А я пока без ресниц, но зато с чаем. Все золото, все царство нам.
за красоту. Наша процедура подошла к концу. Прошел всего лишь 1:40. Результат на лицо, точнее на глаза. Теперь я могу порхать ресницами, хлопать и взлетать. Нет наращивания, чему-то там еще. В общем, не наклеивайте, не завивайте, не наращивайте. Приходите на ламинирование.